Доброе утро. Он становится такой ролярда. Обморок, как жила, и не битинг дэн. Я не могу смеяться, если все видят. Чё? Я не могу смеяться, не смеши меня. Почему нельзя смеяться? Ну, потому что я все упадет, если засмеюсь. Хинин возрастом давит. Дегтярным мылом мылись. Господи, опять вот это. В наше время было лучше. А этим дегтярным мылом кто-то плохо помыл, а ты лицо помыла, да? Прикинь. Зачем? Дурак, что ли? Умывальник-то кучевал, дарень, ты дурак, что ли, совсем? Блин, умывальник-то и унайник. Знаешь вообще, что такое умывальник, блин? Да. Шло его, Гос. А еще как же история о том, как ты думала, что ты беременна, потому что тебя поцеловал мальчик. Ну что рассказываешь, дурачок, что ли? Ну, короче, действительно такая история была. Сейчас расскажи. Ты давай сначала расскажи этот. Азалия, чем ты умываешься? Будь здорово. Вот мы сейчас скоро мы офигеть просто. Вы думаете, прям аж обставки там. Хамовая отказа Леду Стар. Это обзор на то, чем я умываюсь. Вот. Первым делом, у меня огромный гель для умывания, но он стоит здесь, потому что там у него нет места. Вот. Это что такое? Биодермия. Он, короче, очень мягкий, потому что у меня очень чувствительная кожа. Короче, дерматологи, пожалуйста, посмотрите, косметологи, Азалия Дрыз за лицом ухаживает, мне тьма. Дайте, пожалуйста, совет, потому что у нас есть штука для немекейдеры. Потом у меня вот такой тоник с кислотами. Потом я наношу сыворотку, увлажняющий крем, который я стыбзила у мамы 100 лет назад. Вот может от этого крема и прыщи, может, идут. Это же какой-то египетский арабтар, бадгахатта. Типа у тебя верблюд тартар, где ты не настельганты. СПФ крем, но он у меня в комнате. Чё ты врёшь? Ты 4 предмета всего показала, а ты 100 штук предметами умываешься. Ладно, у меня ещё есть вот это. Вот это видишь? Это от прыщей. Потом, у меня есть вот такая маска для лица. Вот. Есть вот такая маска для лица. Офигеть. Пользуюсь ещё вот такими масками. Офигеть. Для лица. Вот такой СПФ крем у меня. Иногда раньше мазала, короче, вот это тоже от прыщей, но он закончился уже. Вот это мажу на ночь точечно на прыщи, это с утра на прыщи точечно. Вот такая сыворотка мне сейчас, я заберу и тоже ей буду мазаться. Я сейчас в обморок упаду. Это, когда, вот это, чтобы для глубокого очищения раз в неделю. Это по вечерам каждый день. Процедуры твои закончились? Нет, сейчас я еще намажу крем, потом СПФ крем, потом, если что, понадобится накрашить. Еще у меня есть крем для рук, ног, еще один крем для ног. Гель для тела, потом у меня две штучки на волосы мазать. Иди нафиг, ужас, я шикарно. Мне карагат, мне тупойский кофе машинага. Как только кофе сам тягает, мне тюндагна яхаган, кофе шляган. И сюда начинается. Опорожните контейнер для гуси, или не мекей, блин. Сюда, ошунда опять-таки, мне ошунда, хубута без конца. Налейте воды этим сыра. Сюда мне вондага, или не мега мусорка тула. Так, Духтар, хадр меня фарш откаргара. Блин, вообще капец, ща буса. Шир, жир, нем баши. В основном прокручиваем весь итте фаршка и шлевит котлетки. Техтели, шунда мантели. Вот, смотрите, завтра с тобой уже найдут тебя. Фарш отдельно уткардым кетли, тефтелига. А мына был фарш, мына тыс жир уткардым мантыга. Потому что бля хрюйтинде. Чем жирнее манты, тем вкуснее. Прямо жиры, чтобы уже ауздан агып тұрыға тиешь. Уж айтап, и он да вот сыпрагасына харам да, и уже шында киев ята. Что хотела я вам показать-то, достар? Мына ошы кухонный гарнитур не мәхмән хайбет, вот мына өстә вместительные полки. И они, представляете, вообще капец, на глубокие. И бында әллә күпме әйбер гыя. И мен тудан да всякие мына мясорубкалар, шунда зур кәстрюльдәрде. Весь ошында тыгам да қоям. Нық тарам. И очень мне вместительные. Только мына иногда жоқ яуыма денсаны қорпайнан кетті неме істегені бұл.
Инсаф! Ты уже кухонный гарнитур карта раштаган келип чөйнүк там подкрутить надо. Өйдәге морозильникта орын юк достар. Шуга алып кетип барам. Теге морозильникларга. Ул бидин морозильниклар находится при банникта. Ярай, мына улар бар достар. Мына бит храню мына всякие фасоль. Мына наггетсы бунда ята. И мына дафига ит. Даже мына белмен бар, кстати говоря. Видите? Я хотел меня фарштар до сюда тут рыпаем, да был меня мантыга отдельный, чтоб пойдем жирный, а был меня котлетка отдельный. Правда, меня дуру. И шо меня туп-то, вы представляете, ма? Ну там потому что всякие, не едят, оно, замороженные овощи, помидор замороженный, мы вообще помидор так кругликом прямо замораживать и там. И шо меня замороженный, ты говоришь, съем, ешь, да, инде. Кышкалка, запас старый, короче говоря, как у всех. Короче, мына яйгелек кабадан включен и тура был морозильный камера. А кышкылыкка без отключать деп коябыз. И мына несеме ел ишлей морозильная камера. Бирме булмай ага абсолютно. Хоть даже кышкыгын туңып отургала. Несе ел ишлей уже. Где-то бир 11 ел, 10 ел, наверное. Аллага шүкүр. Киньте тут тартеги вакыт бір блогер айтайын де, Милеуш апай, хенің помощницаң бар ма? Куп мы тулейхен ты? Имеется в виду помощница по дому. Представляете ма? Оказывается, куп кышля шулай уйдайдар екен. Нет, нифига, достар. Менің по дому помощницам юк. Үй іштерім, мен вис уйдым ішлейм. Мына хазыр даже хэдге курхатам куп мы кір елган. Потому что мен үлгір алмайым. Үй іштерім мен булырға на самом деле. Мына бізің бойлерная ветенде, қарағыз. Офигеть. Мына. Уят, конечно, но қарағыз. Мына. Куп на кэре, еще стиральная машина шляптра. Ушо корзина на буля виткенда, Луиза тебе стрелка. Мидан, ты что, офигела что ли? Шухатером дур меня корзина буля витяхан. Ты думаешь, мне шухатлем басра крием что ли? Тигайни мы в этой и харагат туп тулы. И еще он так хримаган и денде это вообще оят индигайни. Нам было шлайпи там бойлерная, мне хэгэ уже куратканым бар. Шунда наши полотенцы, шунда ней хавэн, шунда шампунь, всякие средства хранятся инде. Удобно, кстати, мне ушай бойлерный булха. И уже я вахам да ведь инде. Ну все, басрам да курмей, кырым да курмей. Именно как будто такой красивенький, чистенький туалет. Короче, достар, мне хэгэ история на вилеем тигейнем. Ну, баяга залять ведь инде, что я подумала, что я беременна. После поцелуя парня. Слышал история реальная булды. Меня, короче, унес яшинами шо. Эй, унес яшинами. Абэд гухны горка шоуп. Кайта парайник. Уже каранга тушкайна. Кышкан бетин тит каранга туша. И бир егит постоянно артындан юрыйна. Вот достал меня. Какой-то бир приставучий ны, пиявка ине инде. Шоан хазыр түгі менің артымдан келе атайын. Меня уша стой ты. Мен туқтамайым бетінде. Ну, мен оқшамайын вообще противный. Мен туқтамайым. И теге, короче, психоланды лавет. Югырып келіп менің үстіме хикірді. Представляете ма, сбил меня с ног. И үстіме яттыла, прикиньте. И ирнымдан уве баштаны. Прикиньте. Это вообще кошмар был. Я вообще в шоке была. Впервые в жизни тогда меня поцеловал мальчик. В губы, прикиньте. И вообще ничего противнее в жизни я не чувствовала. В тот момент я поняла, что поцелуи это, оказывается, очень противная вещь. Вот. Но мне не понравилось, короче говоря. И вот, короче, до старшу на ногу, говорит, мы хотим да и лап. Эй, и лаем, бетинде, эй, и лаем. Но улатаем, оля сеге, и лаганым да курхэтмеем. И я испугалась, что я не забеременела. Ну, потому что без бетинде на ван. Бізге біреуде анын туралы хүлегені юғыны. Откуда дети берутся? Никто нам это не рассказывал, бетенде. Үлесей, тем более, меня такие вещи не рассказывала. Әсейім тоже не рассказывала. И мы, дети в деревне, кто меж собой общался, мы об этом вообще абсолютно не знали. Телевизордан көрсетмейдәрине. Интернет юғыны, бетенде. И я думала, что вообще залетают от поцелуев. Почему я так подумала? Потому что Духтар, элек, бетенде, всякий бразильский сериал, да, қарайник, бетенде. Санта-Барбара қарайник, рабыни Изаура қарайник бетінде. И шунда кинала бетінде несе көрсетілерінде. Увышелерде и сразу же беременный.
Ну, злой куратель, ведь на постельных сцен-то вообще же не было абсолютно. Понимаете? И Минь подумала, что ну, от поцелуя залетает. Шунан хун курсы кызы минан старше, и не оленься, яшка, бишалта, яшка, мы шуман хуляшеп, ага, хуляне минде, илай-лай. Лайта, ты что, дура, что ли? Нет, конечно, от этого не беременеют ты инде. Шунан хун гына Минь успокоиться итте. Понимаете, это же надо быть до такой степени неосведомленной, необразованной, этой, что думать так. Эй, есть кто живой? Альберт? Не, какие шорты лавировал там, дурачок, что ли? Отопление сейма. Вот, короче, Альберт, отопление проверять, тря кителя, юг булда. Шлеймер, ела мы? О, ела. Блин, опять батарея, ну бейте себе на гидрогон. Ну, не сик оскоса, изенка шлемелерит на батарея, наверное. Я не сик, стандартный, хара. Ну, бейк ты. Ну, бейк ты, хун, хорохо. Он должен быть немножко пониже. Чтоб сюда можно было вещи засунуть. А, на турме турвался, если ха принтус, что я сен, син принтус, но ховар мать на турвался, на блин. Ну, стандартный размер. Ну, ладно. Достар, мына күптәр һорадар мине, ниндәй краска белән һез стеналарны краситәһегез дип. Мына ошо краскамы, пожалуйста, итеп куегыз, мына. Тонирующий антисептик, синеш, аква, декор, пожалуйста, сохраняйте дип куегыз. 101 цвет. Мына, кстати, бүтән өйләрне без шуның белән краситәдә, Альберт. А нимә шәп ингел шуның белән краситәдә өйләрдә. Ну, матур булабыз, калган төсләрне алган юк. Ну, мен бар не коричневый, хочешь шоколадный шли она, шоколадный? Да, любой цвет можно красить. Просто мына. Ну, мына бит мурлай була мына. А я ул безгә охшай, потому что теге вагонка аппак кына булып торып кала. И, кстати, после него ул даже не кояштала не выцветает после этой краски вагонка. И, не, якты өйендә. Дәстәр, кемнәр натяжный потолок шлиләр? Мен языгызлар, пожалуйста. Бір егіт әбіш еткен, ол егірмелері ғана ады қайтырақ еткен. Может, кімдер еттірек болар. Ай, кто занимается натяжными потолками? Пожалуйста, Альберт Каядығыз, мен әді көлмен аның сылкағы, пожалуйста, ғана. Уже потолки надо устанавливать. Мына уже күрәгірмі. Вес тақтаның үстінден еверрәвіз. Ну, бұл штилевский вагонка, мен алам егілен одан. Анда үс магазин бар, үсінде әл бар, любой. Ресапторықта да бар. Ресапторықта стоит такой. Даже похуже 550 рублей, а Иглинода полусутра 440 квадрата. Вот. Шума, не поймешь, где какой попадешь на бок. Меня ног шоуда, ног качественный. Ой, шумавана прямо, шум, да? Она меня ушел в шоу, фиштиан. Ладно, ты не знаешь, что это? Мне ушел. Мне надо, доктор, какой-то фиш танны какой-то. Фиш танн, поэтому, наверное, вагонка надо значит это. Ну, мы не знаем, какой ангелиан. Ну, может, архангелиан гелиандер. Но меня ног шоуда, не качественно, да, блядь. Бүгін уже какая-то болезнь Альберт Майкеуэзі. Как яңы өйті өзіғек өт көске келе, достар. Кемеймін? Мен уже яңы өйге көскім келе, прикиньте. И еще, достар, мына көптер хорайдар бетінде, почему вы строите новый дом? У вас есть новый дом? Зачем вам новый дом? Кеші постоянно яда-лаяда. Шуға айткім келе, достар. Мы занимаемся строительством домов. Үйдер түзіліде и хата бар. Вот такой у нас бизнес, заработок. Біз шулақсаға ешейді. Надеюсь, больше ундай продар. Болмас. Все, и тогда будем красить? Идем. А, да. Мен буду красить. А кем еще? Блин. Это давай. Вообще женское дело, а не мужское. Ай, женское дело. Женское, я женское. Чего ты взял, что это женское дело? Ну, малярно весь женщиной. Калай рахат икен. Это аргумент. Малярдар весь женщины, доктор. Да. Ошо бір ток мусор. Представляете мы? Которые собрала за два дня. Я не знаю, куда я ушел, куда я мусор елала, меня обстраиваем. Бутылка орюк, шахтер ломай. Просто вообще не нарадуюсь, уже посуда мойкала. Ем, дэвэ, дынгылыка тыгам да, включать и тэн да, и спокойной душой юхларга я там. И тэльца куянгай бутылка, пала посуда. Так что, кыздар, возможно, сыгыр бар икен, посудомойчный машина ильдаргидан, алдыртыгыр обязательно. Мен тоже илюгудай тыгам, типа, ой, Аллах! Тик гына кулма юаңда алаһың. Тип. А на самом деле, оказывается, нык кереклей икән ул. Особенно у кого много детей. Пользуюсь мына ошондай таблеткаларман. Финиш дип атала. Все таблетки перепробовала, но остановилась на этом. Был самый лучший, я считаю. Даже меня давала тыгырга була. Весь я утратып сыгара. О, и все чистая посуда.
короче, достар, мен күтіп тұрам такси, әр таксила кетем городқа, нараш өттерге кірпекке. Сонан ғой қашыма ламинирование істетем. Кстати, мен ламинирование ұқшап қалды. Покрашу қашымды и ламинирование істетем. Потому что мына татуаждан весь қаштарым серый бетінде. Меня уже бүтін бравистар, татуажистар, ялалар біз қанса. Мен шапай келеді, біз сізге матур етіп қашы істейбіз. Выводить тәуі старый татуажды дейдер. Ну, мен жетті қорқам старый татуажды выводить тірге, достар. Сүнке, ней, кешелер айтады, что бір шәр ел юрихын ешел брови мінан. Не знаю, правда, не знаю, нет. Здравствуйте. Да, узнали меня, да? А, да? Подписчик, давайте на кого не подписаны. Почему? Кара утра и не подписаны. Не зарегистрированы даже. Да? Вот, кстати, кубка шашать айтады. Қара отыра, но не подписаны. Рахатлар садып ұйықтайын. Ошы креслоға тапшықаларын сесем де. Одеяло уже готово. Эй, Рахат. Блин, ну здесь мне ресницы не надо будет смывать, да? Чуть-чуть подлиннее можно? Да. И коричневый. А, все, да? Столько этих требований ты, да? Я, наверное, самый нехороший клиент. Самый вредный. Риналь тоже келді на ресницы. Он сегодня впервые будет наращивать, маникюр делать, теперь будет ресницы делать. Вообще от природы, смотри. Не ври, они пощипанные у тебя. Нет. Ну, давай сознайся, точно хочешь бровист? Ну, просто жена дома иногда подравнивает. А я так и знала. Короче, мне доктор кирпиктором до киптера утром. Прикиньте, был специальный пропеллер. Или иметь вот этого кирпик киптера утром. Представляете, мы уже куяхом, да, и весь киптера отклеил. Вот теперь у меня есть... ресницы. Вот такие вот красивые сегодня брови мне девочки сделали. Подписывайтесь, приходите на брови. Ссылка внизу. Аля Брежнев называется. Последний писк моды. Шустрым кирпик буя там тип достар встречага гундамен. Какой-то бер Булат Бегасакырды миминутиген бер грузинский ресторанга. Представляете, мы улакасу прямо на телецентр. Ирга, да, я сейчас впервые в этом ресторане. Бір сағатқа ұндағаным, но зато менің бар қашым һәм кірпігім. Бұлар уже весь ашап өткендер, тойып өткендер, уже келіп тұрғанда үйдешіп өткендер, и мен келіп еттім, зато мотор қаштарым мінен, мотор кірпігі. Я просто времени подрасчитала. Короче, доктор, это уже банда на ходу у всех штанах менять костюм для клипа. А как, если не хватает? Не хватает? Это с ума, бля. Я смотри. Сундук-то. Нифига себе. Это говорю, у тебя, блин, какие сюда метр такой у меня баши, блин. Устафиро, ты где такое взяла? Наборе Да, короче, доктор, хадар пробуем на миминоның хинкалиган. Але мен таяқ тығып қойғандар. Таяғын алсын ана. Аниме. Ай, бұл зубочистка сыры. Алдашма. Это в него батон сейчас зайдет. Давайте соган сберемся. Да, да. Соган сберемся. Ой, сочный лайк. Точно будем хаганда. Я же говорил то, что это. Видел меня где-то? Да, 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 тебя видел. Вот про аниме тебе сказал. Я когда раньше бухала, то что танцевала с бутылкой на голове. Клип тут вчера, это знаменитый клипмейкер Батыр. Мына собственный персонаж. Сценарийді яда, аның кәліші қатыны спутница по жизни Әлия. Мен Әлия яғымағып. Екі ғылі баймақтан. Сонан ғым Эдуарды придумывают красивые картинки. Дұрды әйтті ме? Или художник, короче. Нормально. Фото художник. Еші ноги обжигай на семках твоих. Короче, екі ғылі ғылы аяғым бішірді. Машинаның майына, мұны шыл егіп тағы. Мен әй. До сих пор хромаю. Лысо, что ли? Ну, прикинь, там шрам, там еще операция. Шу-шу. Ты что, уже тут работал? И с нами, доктор, спонсор моего клипа, Алмаз, мы очень долго вели переговоры. И решил, что все-таки Алмаз Кингстер решил спонсировать мой клип. Алмаз, собственной персоной, управляющий Кингстер. Рахмат.
Смотри, спонсор появился, и довольный сидит. Спонсор, говорю, раз появился, Альберт довольный сидит. На этих событиях основан и клип. Кстати, мы уже начинаем снимать. Это начало клипа. Кстати, доктор Панаш Миловат, главный герой моего клипа. Альберто. В смысле, я не так и главный герой. И это твой клип будет, если что? И между прочим, Альберт, а ну мотурите у меня горят. Камарджоба генацвали. Че, правда так зовут? Да вас? Я с тобой поздоровался. Как меня зовут Георгий? Мы находимся в ресторане Мимино. Цитадель грузинской аутентичной кухни. Спасибо, спасибо. За приятного аппетита. Блин, я думал, его так зовут. Я вас узнал, вы же башкирская домохозяйка. Я просто нам скидывали в апреле. Вы приходили в ресторан своей компании, кажется. Это когда у меня скандал с ресторанами был. Вот тогда нам скидывали, да? Нам скидывали, говорили, опасаемся, что если... Блин. Короче, доктор, представляете, помните, скандал в Бугане, ресторан Дарман, и кил там назад, или брил там назад, и шунда, представляете, официант меня таныган, и шунда, наводка ташаланда, наводка была, немекеме, суводкама, наводкама, бутын ресторандарға ебергендер менің фотоны, и айткендер, типа, будьте аккуратны, если увидите вот это особо тегендер. Представляете, мына яңы официант шуны айтты, мен вообще в шоке, а он меня вообще грузин, даже меня қарамай. Увидели чисто случайно, бляха мы кемды. Рустам ага, гизактым лимды. С наступающим. Ага, Рустамай. Мына хиңа ёлки адарлап койдым. Мына шашин шеткейдик, что Таиландта тем неше пандайру адарлап. Мына ведь Таиландта ёлкаларды хаганып айттым. Почему вдруг порешили в один момент взять и пропасть и улететь в Таиланд? Что сподвигло вас? Оны бек зор етіп сөйлейдер, а на самом деле біз бардық РНТ-ның студияна Айрат Мусиндің яңа альбомына ердар ішілерге. Айрат Мусиндің тезден юбилей бола март айында. Кім Айрат Мусин? Айрат Мусин, араз түркім. Онытмайын, онытмайын. Хей немеке, как клипмейкер снимай, немеке бір ғолында біз Фатиф Махтураға. Я так тоже умею снимать, батыр құдың едіңді көретінен басы. Это я попросила великого видеомейкера республики Башқұртстан түсіруге, а ол біләрді менісі түсіре. Фатиф Мах, блин. Смотрите, друзья, друзья, смотрите, я умею снимать с разных ракурсов. Итак, сейчас мы будем снимать. Батыр, пожалуйста, сделай общий план. Давай. И в один момент вдруг пропали. И потом мы услышали слух, что это вообще ятағы Таиландтың матур деңгез бойында рахатланып тұрып тайкалар матешет. Это слухи. Убирай!